Факундо Арана и Хианелла Нейра. В телесериале «Яго. Темная страсть». Автор сценария Рикардо Родригес. В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглиоранса, Рауль Лавье и другие. El valor de dar y dar, aprende a amar. No hay nada que esperar. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. La magia todo puede superar. La vida llegará. Режиссер Федерико Палаццо. Сеньора Хосефина. Хосефина, что случилось? Сеньора Хосефина. Что случилось? Вызови врача Луису. Сейчас только телефон найду. Она не реагирует. Сеньора Хосефина. Мерседес. Что? Я вдруг подумал. А если она услышала наш разговор? Услышала, что я могу оказаться ее сыном? Не понимаю, как ты мог убить Тома? Он не оставил мне выбора. Почему? Потому что он узнал, что Теренцо? Какое дело до этого Тому? Мы могли бы с ним договориться, привлечь его на нашу сторону. Ты что думаешь, что у меня было время соображать? Я сделал первое, что пришло в голову. Так вышло. Тебя же там не было. Кому он нужен, этот... Том Салабери был единственным, кто мог разлучить Ягу и Морену. До тех пор, пока Морена будет считать, что Том жив, и ребенок у него, она будет делать все, что он захочет. Я позабочусь, чтобы она регулярно получала письма. Чтобы разлучить Ягу и Морену, потребуется сделать гораздо больше. Морена хочет уйти из этого дома. Но она моя дочь. Плоть от плоти моей. Я хочу, чтобы она была рядом. Где мой внук? Он в хороших руках, у моей подруги, да? Да. Надеюсь, это не та медсестра, что заботилась обо мне. Сеньор Альдо. Стучать надо, прежде чем войти. Прошу меня извинить, но с вашей мамой несчастье. Хорошо еще, что завтра придет Карина и все уберет, иначе бы вы меня заставили. А что это у вас за ребенок, падре? Думаю, нам придется и дальше давать приют нашей церкви, Эмилио. Вас невозможно одного оставить, падре. Откуда этот ребенок? Его оставила женщина, а сама сбежала. Она сказала, что ребенок болен, а она не может о нем заботиться. Он болен? Да, у него жар. Сильный жар. Бедняжка. Да, бедняжка. Яго. Яго. Я больше не могу жить без тебя. В чем дело? Мы больше не можем видеться. Что ты говоришь? Я больше не хочу тебя видеть. Все осложнилось, Яго. И я в ответе за то, что происходит с нашим малышом. Нет. Да. А тут еще папа. Твой отец ужасный человек, Морена. Это он приказал убить Адольфа. Хватит. Он признался. Перестань. Хватит, я не хочу об этом говорить. Не надо. Но мы не можем расстаться. Мы уже расстались. Ты еще не понял? Нас разлучили. Или ты думаешь, что это нормально? Тебе приходится проникать в дом как вору. Это ты отключил свет? Скажи, это ты сделал? Морена, я считаю, что мы по-прежнему вместе. Любимая. Не надо.
Я больше не хочу тебя видеть. Без тебя я отсюда не выйду. Падре, сначала надо вызвать полицию, а уж потом врача. Нет, у малыша высокая температура. Мы вызовем врача, доктора Кантильо. Он педиатр и мой друг. Мы можем сделать два дела сразу. Вызовем доктора и полицию. Нет, вы не собираетесь обращаться в полицию? Сначала мы вылечим ребенка. Принеси мою записную книжку. Я начну ставить ему холодные компрессы, и это собьет температуру. Ступай, быстрее, быстрее. Господи. Ну что, что, дорогой? Тебе это поможет. Не волнуйся, милый. Все-все убрано. Не понимаю, как мать могла бросить такого красавчика? Должно быть, у нее для этого была очень серьезная причина. Я тебе помогу. Ничего. Мы вас ждем, доктор. Что с ней? Не знаю, мы нашли ее без сознания возле кухни. Сейчас приедет доктор Родригес. Она должна поправиться, послезавтра наша свадьба и... Выведи ее отсюда, Фабио. Прости, но я член этой семьи. Мелина, пойдем наверх. Вы уже позвонили в электрокомпанию? Да, сеньор Морено им позвонила. Электрики уже ищут неисправность. Она приходит в себя. Мама, ты хорошо себя чувствуешь? Сначала мне так показалось. Но когда я услышала твой голос... Хосефина, не волнуйтесь. Доктор Родригес скоро будет здесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нашли неполадку? Да, мы ее устраним. Но тут дело не в технике. Это сделано намеренно. Что? Кто-то обрезал кабель. Что вы хотите сказать, что кто-то проник в дом? Идем, Морено, нам пора. Я не могу. Как это не можешь? Не могу. Идем. Яго, я не могу. Прошу тебя. Пожалуйста. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. И если мне придется умереть ради этой любви, я это сделаю. Я не хочу, чтобы ты умирала. Я хочу, чтобы ты ушла со мною. Так будет лучше для нашего сына, Яго. Морено, для него лучше, если мы все трое будем вместе. Пожалуйста. Мы должны расстаться. Мы должны быть вместе. Мы должны расстаться на время, Яго, прошу тебя. Морено, не спорь. Лучше пойдем, пока внизу не поняли, кто отключил свет. Куда? Куда угодно. Я без ребенка никуда не пойду. Ты пойдешь со мной. Я не уйду без нашего сына. Прошу тебя. Я боюсь, что больше никогда его не увижу. Ты должна мне довериться. Я сказала, что без сына не пойду. Что здесь происходит? Кабель обрезан. Ошибки быть не может. Фабио, позови охрану. Пусть обыщут весь дом. Хорошо. Я вас провожу. Вы думаете, что это Яго сделал, сеньор Альдо? Разумеется, огонек. Это сделал Яго Вальдес. Это, наверное, доктор Родригес. Мама, пожалуйста, ничего не говори. Яго уже уходит. Я не могу понять, почему ты защищаешь этого убийцу. Я сейчас всех позову. Нет, мама, пожалуйста, я тебя прошу. Ничего не говори. Мы с Яго больше никогда не увидимся. Морено, ты пойдешь со мной. Моя дочь никуда не пойдет. Мама, не надо, хватит. Мы с Яго больше никогда не увидимся. Больше никогда не увидимся? Тогда зачем ее останавливать? Пусть скажет, что я здесь. Пусть меня арестуют. Теперь мне все равно. Мама!